включил. У нас запись с новой камеры. Сейчас я посмотрю, как она снимает. Нормально она снимает. Все, пробуем. Значит, смотрите, у нас приехала огромная посылка. Тяжеленная, пипец. Весит она 2,6 килограмма. Заказали максайские ключи. Вот так вот выглядит ключ, который уже год работает в мастерской. А вот так вот выглядит ключ БРД, который мы хотели выбрать. На нее скидочку не дали. Вот так вот он выглядит после переборки одной втулочки. Такие вот замятия очень сильные. Поэтому решил все-таки его не брать, а взять вот такие ключи. Сейчас распечатаем и посмотрим посылку, которая у нас на почти все мастерские города приехала. Потому что ребята захотели хорошие себе ключики. Упаковка отменная. Нам сделали хорошую скидку приятную. И доставку мы поделили сразу на всех. Поэтому цена очень-очень привлекательная. Слушай. Тут... А, добротно, да. Смотрите, сколько там всех разных. Мы заказали две модели. Старую модель и новую модель. На новой модели у нас должны быть чуть-чуть покороче губки, чем на старой. И ручки чуть-чуть покороче. Что мне, в принципе, и хотелось добиться от производителя. Да, упаковка офигенная. Ничего в дороге не потеряется. Так, что, распечатываю это. Я сейчас это могу, в принципе, разрезать. Опа. Да, распечатать можно достаточно легко, если есть ножичек канцелярский. Да, нормально тут. Серьезно. Так, вот это у нас новая модель. Смотрите, какие ключики. Красивенькие, аккуратненькие, полированные. Оп. Или это старая модель? Что-то не пойму я. Нет, это похоже старая модель. Да, это старая модель с увеличенными как раз вот этими губками, с длинными. Видите, какие здоровые губки. Но просто это полированная. Вот это у нас было не полированная. Это полированная. С большим отверстием и маленьким отверстием здесь. А вот у нас новая модель. Смотрите, сколько мы ключей заказывали. Про огромное количество. Это новая модель. У нее губки. Ну, тут они совсем покороче. Буквально на миллиметр. То есть не сказать, что размер губки изменился. У нас стала ручка покороче. То есть мы не будем браться вот так, мы будем браться и вот так. И две больших дырочки, два больших отверстия, чтобы можно было вешать ключик и так. Итак, тот же самый металл. Вот также немножко эластично пружинит. Давайте сравним геометрию. Ну, губки, ну совсем, я бы не сказал, что они короче стали. Да? Ну, вообще ерунда. Все. То есть особых изменений нету, кроме длины ручки. Я-то думал, что они прям будут реально там намного. Главное, что вот здесь циферка есть, потому что вот здесь вот, к сожалению, вот так берешь ключ, да, уже не видишь номер. Вот такие ключи будем тестировать. На все мастерские города мы их сейчас определим. Смотрите, какое богатство, да? Я никогда в жизни столько не держал всяких разных ключей. Представляете, можно, да, можно тут на всех прям обвертеться гаек.